Первую медаль для мозырского спорта на 8-х играх «Дети Азии» завоевал воспитанник отделения дзюдо с дзюшор номер 2 Мозырского района Арсений Гладких. Он занял 3-е место среди юношей в весовой категории до 60 килограммов. Эмоции положительные были. Результатом, в принципе, доволен, но можно было и лучше. Не все получалось, что хотел. Организация была на высоком уровне, все чувствовал, что высокий уровень соревнований. И, конечно, мне и понравилось очень, и хочется выступать больше на таких соревнованиях. Не сомневаемся, что есть у этого талантливого парня 2008 года рождения своя заветная спортивная мечта. И моя мечта в спорте — завоевать золотую медаль на Олимпийских играх. Первый тренер Арсения — Дмитрий Александрович Качук, опытный и очень профессиональный наставник с дзюшор номер 2 Мозырского района. Результат это неплохой, я в принципе доволен. Конечно же, всегда надо стремиться к большему, ну и я думаю, в будущем все будет. А мы даже и не сомневаемся, что пройдет время, и Арсений Гладких привезет в Мозырь, в родную спортивную школу, еще одну медаль, на сей раз золотую, и уже не с игр «Дети Азии», а с главного спортивного соревнования абсолютной возрастной категории – Олимпийских игр.